Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал из типографии. В округе стартовал отопительный сезон. Тепло дают всем. Проверяйте батареи дома, на работе и пишите нам, горячие или нет. Звенигород глазами известных художников. В отреставрированном манеже открылась выставка картин вокруг Левитана. Работы великого пейзажиста и его друзей предоставил Государственный русский музей. Без знания истории и законов России гражданство не получить. Для иностранцев с октября вводят новые правила. Кубинский поисковый отряд «Вечный огонь» под городом Вязьма Смоленской области обнаружил останки 47 десантников и 4 летчиков. Их с почестями перезахоронили на мемориале «Богородицкое поле». Что почем на рынке недвижимости Одинцова и как выгодно решить квартирный вопрос при высокой ипотечной ставке? Ответы на наших страницах. О происшествиях. 6-летний срок за убийство собутыльника, задержание наркокурьера в больших Вязёмах и кража 24 тонн чая. Подозреваемый был задержан полицией в Одинцово. Свежий номер «Одинцовской недели» можно взять бесплатно на наших фирменных стойках. А если по каким-то причинам вам его не хватило, то можно почитать его и в интернете, вот сайт.